права потребителей в Татарстане теперь будет защищать специальный координационный совет. Его возглавил премьер-министр республики. Совет образован для реализации торговой и промышленной политики с учетом прав потребителей. В Казани пройдет День донора. Акция, приуроченная к стартовавшей в столице декаде добра, пройдет 16 мая. Поддержать городской День донора казанцы смогут, сдав кровь в республиканском центре. При себе необходимо иметь паспорт. 17 мая в столицу республики прибудет официальный кубок чемпионата мира по футболу. Главный приз турнира весом 6 килограммов выполнен из золота. Он пробудет в Казани 3 дня. Церемония приветствия пройдет на площади Тысячелетия.